Раз, раз. Добрый вечер. Очень рад видеть вас сегодня. Спасибо огромное, что вы здесь. Сегодня как раз середина лета 2015-го, и мы это вместе отметим торжественно. Thank you.
можете похлопать и мне гитару. Один раз я писал музыку для фильма такого рекламного, документального про острова Средиземного моря. И мне запомнился один остров, где живут только старики. Ну, там было на самом деле два острова, запомнилось. На одном живут только кошки и развалины, а на другом вот старики, молодых нету. Мне напомнило это 100 лет одиночества Маркерс. Вот, и вот мне сыграли мелодию из этого фильма. Thank you.
Сейчас я хочу представить вашему вниманию свои эксперименты. То есть у меня есть любимые мелодии, классические, которые не написаны просто для гитары. И у меня всегда было мечтание сыграть. Вот одна из таких мелодий «Болеро» Равеля. Еще одна из моих любимых мелодий, которую хочу сыграть,
Она была написана испанским известным композитором Хоакином Родриго специально для величайшего гитариста классического Андреса Сегови. Это концерт Аранхуэс, концерт для гитары классической и симфонического оркестра. Я хочу сыграть без оркестра сегодня вторую часть Адажио из концерта Аранхуэс. Thank you.
Thank you.
Сейчас сыграю еще одно классическое произведение, но написанное в дуэте «Белая Острока» или «Туса Берина» сейчас. Это фрагмент из нашей первой сюиты. Называется она «Лютня без струн». Thank you.
Еще одна композиция из репертуара дуэта Туса Биллинс, называется она «Романтический христианизм». Thank you.
слышите звуки, которые доносятся, да, сейчас? Когда я учился в училище искусств в Иркутском, в эстрадном отделении, у нас был такой предмет, общая фана называли. То есть учили играть на пианино. Это был мой самый нелюбимый предмет, потому что гитаристу нужны ногти, а у меня они все время по клавиши ломались. Вот. И теперь технология позволяет играть на пианино без пианино. Thank you.
сыграть композицию, которую посвятил нашим КАМАЗам, которые выигрывают на всех гонках, на всех Дакарах, на всех Парижах Дакарах было теперь. В Аргентине выигрывает. Называется «Париж-Дакар».
следующую композицию назвал «Пятая линия». Thank you.
Есть вещи, которые всех объединяют. И вот есть такая песня, которая тоже всех объединяет, которая так и называется «Come Together». Thank you.
Следующую композицию назвал «Восточная, 27-я». Восточная, потому что она такая восточная. 27-я, потому что была написана 27 мая. Не помню, какого года. 27-го. Как-то так, да. Thank you.
сегодняшний концерт подошел к концу. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. Очень рад был с вами предаться. Приходите еще. И в заключение хочу сыграть такую композицию, которая не объединяет, а примиряет всех людей. Дело в том, что когда-то по телевизору шел такой маленький ролик, даже не рекламный, а какой-то непонятный, когда двое людей начинают ссориться, и вдруг один начинает напевать. И на тирижи, на тирижи, на тирижи. Вы теперь знаете, почему я не пою. И как бы они сразу мирятся, и потом другие ссорятся, потом напевают эту же песню, русскую народную какую-то частушку, и мирятся. И вот я сделаю вам сейчас, сыграю тоже вариант этой же частушки русской народной. Знаете, у меня есть такая маленькая музыкальная картинка, посвященная величайшему
джазовому гитаристу, давшему направление, наверное, всем современным гитарным отраслям музыкальным, посвященная Джанго Рейнхарду. Спасибо большое, приходите еще.